Всем привет, hello, малеку. У меня вот по мелочи стройка. Сзади участка. Поднимаю забор. Пока мы только опалубку выставляем. Будет сейчас заливать фундамент. И я решил сходить за грибочками. Сейчас я вам расскажу секрет приготовления яичницы обалденной, как в песне. Нет, секрет о том, как у нас растут грибы синеножки. Смотрите, они в основном растут в таком месте, где была кошара, вот, навоз, коровий помет, не знаю, где вот именно пасся скот. Они предпочитают такую вот почву, где присутствовал навоз. Вот, вот у меня здесь получается был как бы склад, что ли, куча навоза и вот остатки навоза. И вот в этом месте как раз проросли у меня грибочки. Синеножки, они растут, смотрите, вот так кругами. Вот, вот вы нашли место, одно, один гриб, обязательно не отходите от этого места, хорошенько просканируйте все поблизости. Вот видите, смотрите, они незаметно так растут, шляпка у них коричневенькая, сочетается с листвой, с такой вот с поверхностью земли, поэтому нужно здесь внимательность. Видите, смотрите, как они спрятались. Вот видите, незаметно. Обязательно оставляйте корешок у них, срезайте ножиком, не выдергивайте, вот так берите ножик и срезайте. Если вы вдруг оторвали с корнем, обязательно этот корень возьмите, как бы раскрошите его и покидайте. Я слышал такой момент, что они как бы из корней могут прорастать. То есть способ размножения, что ли, у них такой. В общем, вот он, первый грибок, смотрите. Обалденный. Синий-пресиний. А, какой аромат у него. Очуметь. Вот он, грибочек. Обалденный. Домашний, можно так сказать. Сколько в нем витаминчиков. Все кладите в пакетик. Мойте, жарьте, парьте. Что хотите, делайте. Сегодня я, правда, приготовил лагманчик. Ну, может быть, еще и картошечку пожарю с грибами. Вот видели, вот смотрите, я как бы его мицелию оторвал. Я ее в это же место, куда-нибудь рядом, прикапываю. И потом они прорастают у меня. Ну, не в этом году, конечно, на следующий год. А так у меня вот здесь, на поляне, на заднем, еще не сезон, прохладненько. Вот здесь, когда трава чуть-чуть подрастает, и как бы парниковый эффект появляется. То есть вот как трава вырастет где-то сантиметров 10, и земля будет париться. И вот там начинают расти эти грибы. Потом вот здесь тоже. Вот в этой куче у меня растут грибы. В общем, синеножки, они недалеко друг от друга прорастают. Вот нашли место, обязательно в 2-3 шагах от него будут еще они расти. Просто сейчас не сезон, прохладненько еще у нас. Как потеплеет, я вам покажу, как нужно собирать, искать грибы синеножки. Давайте еще я вам парочку срежу, покажу, какие они у меня здесь. Огромные прям. Я совершенно случайно их нашел. Даже не искал, увидел грибы. Они уже вот, вчера дождик был, начинали подсыхать, и за счет дождика, то есть они уже старенькие, но за счет дождика они набрали свой сок и стали такими аппетитными, мясистыми. Все, на этом все. Ставьте лайк, подписывайтесь, задавайте вопросики. Пока-пока.